Всем привет, дорогие друзья! С вами Ильдар. И сегодня в этом видеоуроке поговорим о том, как сделать из любого трека ремикс. Итак, допустим, у нас есть вот такой вот трек. Исполняет его Imagine Dragons. Bye Bye называется. Допустим, вот у нас есть такой трек, мы хотим сделать ремикс. Но у нас нету акапеллы на этот трек, именно на этот трек. И нету, допустим, знания нот или еще чего-то. Для этого есть такая программа Isotope RX7 Audio Editor. Наша программа, это у меня, нажимаете «Нет». Итак, нажимаем Open File. Находим наш трек. Вот он. 10 мегабайт весит. Так, теперь вот у нас прогрузился трек. Выделяем его. Если нам, допустим, нужна только акапелла с этого трека. Так, нажимаем Music Rebalance. И выбираем здесь, допустим, ну, какой-нибудь канал. Просто, чтобы попробовать. Вот здесь тоже есть пресеты. Выберем пока вот этот. Нажимаем рендер. Все это у нас рендерится. И вот отрендерился наш трек. Теперь послушаем его. Что же у нас получилось? Вот, вы слышите, вырезался весь звук лишний. It's been a difficult year. Вот получается, у нас получилось только акапелла. Так, теперь сделаем обратное. Загрузим по-новому этот файл. Я эту акапеллу сохранить не буду, так как мне она не нужна. Но для новичков этот метод подойдет. Можете понастраивать там. Папки Music Rebalance, уже свои настройки сделать, эквалайзером поиграть. Также тут есть очень много функций. Сейчас покажу еще одну. Так, также выделяем наш вот трек вот здесь вот посередине, чтобы захватились оба канала. Итак, выбираем опять же Music Rebalance. И здесь выбираем уже, допустим, Voice Remover, то есть удаление акапеллы. Здесь выбираем вот такой пресет, нажимаем рендер и ждем, что же у нас получится. Итак, вот у нас отрендерился проект наш. И вот послушаем, что же получилось. Должна получиться без акапеллы. То есть мы слышим, что звучание поменялось. Мы сделали то, что мы хотели с нашим треком. Вырезали, допустим, акапеллу там или еще что-то. Для этого нам нужно сюда вот вставить наш трек. Вот мы вставили трек. И еще необходима такая программка Mixmaster. У кого ее нету, скачайте. Или есть другие способы узнать темп нашей песни. Вот, берем, допустим, покажу на примере программу Mixmaster. Открываем Mixmaster, ждем, пока она откроется. Итак, вот у нас открылась программа. Пишем поиск нашей песни. Допустим, я напишу Bad, и вот она сразу высветилась. BPM, смотрим, 89. Даже не надо сюда ничего перекидывать. Просто посмотрели, 89 BPM. Теперь заходим в наш проект. Нажимаем на саму акапеллу левой кнопкой мыши. И здесь на кнопке Time выбираем Autodetect. Нажимаем Autodetect.
и выбираем Type in BPM. И здесь пишем наш темп. 89. Все, у нас акапелла подогнана под наш бит, получается. Это бывают случаи, когда не получается подогнать бит под акапеллу, допустим, или под весь трек. Сделаем, допустим, pitch вот такой вот. Думаю, так будет звучать интереснее. Ну, это же ремикс все-таки. Вот у нас идет стретчинг. Ждем, пока проходит стретчинг. И вот, послушаем результат. А, перед тем, как слушать результат, конечно же, зайдем на мастер. А, на мастере у нас пусто. Выбираем первый канал. Здесь Pro Q. И берем низ. Берем низ где-то до 200. До 200 Гц. И здесь выбираем High Cut. И где-то до 12 Гц. Да. Итак, послушаем, что у нас получилось. Очень спешит у нас сам трек. Здесь выставляем 89. Можно, конечно, его растягивать, там что-то пытаться сделать с ним, но мой совет вам, лучше вы выставляйте изначальный темп проекта. Так будет намного легче уже попасть в сам бит, и трек не будет уже таким быстрым или растянутым. Здесь, допустим, у нас будет начинаться бит. Чуть-чуть обрежем и уже выставляем вот здесь вот на ровные доли. Вот так, 1-4 степ выровняли. И теперь выберем кик. Я возьму, допустим, вот такой. Сильно заморачиваться не буду, потому что я хочу лишь вам показать. Готовый ремикс я уже сделал. Сейчас мы его послушаем в скором времени. Допустим, просто ставим вот такой вот бит. То есть, ну, слышно уже, да? Допустим, если даже вот так поставим. Это сюда. Чуть-чуть поближе передвинем. И то есть это уже копируем. Вот, видите, то, что мы попали в бит, и уже никаких проблем не будет там со вступлением или еще где-то. Поэтому вот самое главное узнать настоящий темп проекта, в котором он был изначально сделан. Тогда уже проблем не будет. Ну и, конечно же, установить его здесь. Итак, теперь посмотрим на мой результат. Как я сделал ремикс. У меня здесь много проектов. Еще и в этой папке. Выбираем ремикс. Загружается. Вот идет стретчинг. Ну, здесь я сделал это до этого. Послушаем просто сам дроп, потому что это просто как бы набросок, без обработок, без никаких вот. Мастер пустой. Здесь просто эффектики такие небольшие на сам трек. Тоже вот он по питчу уходит почти до конца. Но это я сделал, чтобы подогнать под нашу мелодию. Послушаем вот отсюда.
И вот такой вот ремикс получился. Ну, как бы это, конечно, недоработано здесь. Еще нужно добавить всяких эффектов. Он здесь только один. А также компрессия, мастеринг, сведение. Все это мы обсудим уже в следующем видеоуроке. Будем делать вместе этот трек. Итак, всем до новых встреч. С вами был Ильдар. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишите комментарии, у кого будут какие вопросы, понравился ли вам мой ремикс и вообще вот эта фишка с Изотоп RX7.